Я в центре кола визначенням сонцем. Заглиблю руку в чорний чорнозем. І стеля над готичним храмом сосен спаде на мене зливою очей. Я почекаю, засурмлять джерела, ще почекаю, пісня в мозолях. І як відчую, що в мене земля приймає, мов на провесні дерева, що вже мене на цифри не розкласти, бо пальці переходять у бруньки, що маю право на верховне щастя рости, не спрограмований ніким. Тоді гукну. Беріть планети з бою, ламайте світ дюралевим крилом, а я залишусь на землі вербою, з якої перше колесо пішло. Добрий день, дорогі друзі! Я рада всіх бачити вас у гостинному центрі слов'янських культур, бібліотеки іноземної літератури. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, рада приветствовать и представителей Украины, и представителей России и Беларуси у нас в Центре славянских культур, библиотеки иностранной литературы на круглом столе, посвященной памяти выдающегося украинского поэта, общественного деятеля, одного из основателей Минской инициативы Бориса Ильича Олейника. И я с большим удовольствием хочу передать слово для приветствия директору по научной и образовательной деятельности Татьяне Владимировне Полежаевой. Пожалуйста, Татьяна Владимировна. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие гости, коллеги. Позвольте поприветствовать вас от лица руководства нашей библиотеки и поблагодарить за проявленный интерес к сегодняшнему мероприятию, посвященному памяти Бориса Ильича Олейника. Мы рады, что данное мероприятие проходит именно у нас, в стенах гостеприимной библиотеки иностранной литературы. И сегодня мы переосмысляем нашу миссию библиотеки. И одной из задач мы видим не только сохранение книжного культурного наследия авторов выдающихся славянских народов, но и в том числе продвижение культурных традиций, инноваций и путем в том числе таких мероприятий, на которые мы сегодня с вами здесь присутствуем. Организация творческих встреч, организация открытого интересного диалога стала возможна именно в нашем Центре славянских культур. И я хотела бы обратить ваше особое внимание на литературу, которая представлена у нас там. Это книги как раз Бориса Ильича, которые хранятся здесь у нас, в библиотеке украинской литературы, которая хранится также в библиотеке иностранной литературы. В заключение, я немного волнуюсь, поэтому прошу простить мою сбивчивую речь, но в заключение я хотела бы пожелать вам сегодня прекрасного, действительно творческого, открытого диалога, и чтобы подобного рода встречи стали не просто постоянными, да, но они действительно приносили какое-то обогащение и способствовали личностному росту. И я хотела бы отдельно поблагодарить наших партнеров, российских, белорусских и украинских коллег, благодаря которым данное мероприятие стало возможным. И в частности, хотела бы отметить Совет землячества Украины и Николай Иванович. В декабре, напомню, да, что в октябре у нас было заключено соглашение, и по сути сегодняшнее мероприятие – это демонстрация именно того, когда слова, записанные на бумаге, становятся не просто руководством к действию, но и живым воплощением культурного творческого диалога. Поэтому еще раз хотела бы поприветствовать собравшихся здесь на данном мероприятии наших гостей и пожелать вам удачного, плодотворного дня. Спасибо. Спасибо, Татьяна Владимировна. Борис Ильич Олейник, Борис Ильич Олейник многие годы возглавлял фонд украинской культуры. И сегодня имею честь пригласить к этому микрофону исполнительного директора Фонда украинской культуры. С большим удовольствием приглашаю Дмитрия Валентиновича Будкова. Пожалуйста. Я сразу Леночку поправлю. Не Фонд украинской культуры, а Украинский фонд культуры. Потому что Фонд украинской культуры – это бюджетное государственное учреждение, которое распределяет бюджетное финансирование. Мы к этому не имеем отношения.
наша деятельность вся построена на добровольной... Ну да, да. Но наша деятельность построена на абсолютно волонтерской деятельности, на волонтерских началах, и мы выполняем, скажем так, по зову сердца, по зову души свою миссию. И я очень благодарен, что здесь, в Москве, у нас есть единомышленники, наши друзья, коллеги, которые работают здесь и в Центре славянских культур, библиотеки иностранной литературы, это и представители украинских общественных организаций России и Москвы. Мы были очень рады именно презентовать книжку, осуществить премьеру ее именно здесь, в Москве. Речь идет о новом издании, которое подготовлено в рамках международного гуманитарного проекта «Минская инициатива». Книга «Воспоминания современников» Бориса Ильича Олейника. Книга, которая объединила в себе довольно интересные тексты. Это и интервью, статьи, воспоминания, научные статьи. И также тексты, которые принадлежат перу самого Бориса Ильича. Это одни из последних выступлений, которые, в общем-то, на Украине не имели широкого распространения по ряду известных причин. Прежде всего, это его выступление на первой конференции Минской инициативы во время трагических событий конца 2015 года. Также его обращение к участникам конференции, посвященной 30-летию Чернобыльской аварии. И речь Бориса Ильича на писательском собрании, российском писательском собрании, которое состоялось осенью 2013 года, в котором Борис Ильич Олейник тоже по приглашению российских коллег присутствовал. Что касается самого проекта «Минская инициатива», он был основан в декабре 2015 года, учрежден по инициативе представителей научной и творческой интеллигенции Украины, России и Белоруссии. Инициаторами проекта выступили Борис Ильич Олейник и Михаил Ефимович Швыдкой. Международный гуманитарный проект реализует целую гроздь различных проектов в области литературы, искусства, науки, образования. Я не буду долго на этом останавливаться. Хочу сказать, что вот издание этой книги, оно тоже стало своеобразным продолжением развития большого проекта. Это было проведение в конце прошлого года научной конференции, посвященной памяти и творческому наследию Бориса Ильича Олейника. В заключение я хотел бы еще раз поблагодарить организаторов всей нашей миссии, и в том числе Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ, который оказал серьезную материальную и финансовую поддержку этому проекту и его дальнейшему развитию. Большое спасибо. Спасибо, Дмитрий Валентинович. И я сейчас приглашаю к проведению круглого стола модератора круглого стола, журналиста, одного из авторов и составителей этой книги «Борис Олейник, когда я вернусь», Людмилу Денисенко. Пожалуйста, Людмила. Добрый день, дорогие друзья. Очень приятно сегодня встретиться в этом таком уютном зале. Трехсторонняя встреча собрал нас выдающийся человек Борис Олейник, не только поэт, но и государственный общественный деятель, не только Украины очень известный, но и многих Советского Союза. Так, и если мы будем говорить, в прошлом году, как раз год назад, в декабре, прошла конференция в Минске, такая же трехсторонняя, посвященная наследию Бориса Ильича Олейника в контексте международного диалога культурного. И эта книга, которая вышла вчера, она впервые представлена была публике на московской ярмарке интеллектуальной литературы. И вот сегодня она представлена вам. И вот эта сегодняшняя встреча, наше как бы продолжение, естественное продолжение той конференции, которая прошла в Минске. Итак, давайте сегодня поговорим о Борисе Ильиче, вспомним его и как поэта, и как общественника. Вот. Я попрошу к выступлению Николая Ивановича Ляха,
действующего государственного советника Российской Федерации первого класса, председателя Совета землячества Украины, первого заместителя председателя общественной организации «Содействие дружбы народов», «Союз наций и народов России», доктор политических наук. Дорогие друзья из Украины, я вас щиро вітаю від імені нашої організації Ради всіх земляцтв українських в Москві. 17 областей України мають свої земляцтва в Москві. Ми працюємо уже 15 років, наша Рада земляцтв, і проводили дуже велику роботу, так нескромно скажу, але останні роки у нас трошки понизився рівень нашої роботи з нашими українськими колегами. Ми проводимо роботу у себе, в Москві, в рамках своїх земляцтв. От завтра я йду на велике зібрання, збори Хмельницького земляцтва. Завтра вони проводять великий вечір з участю представників із Хмельницької області. Декілька голів районних адміністрацій будуть присутні на цьому вечорі. Это уже третье мероприятие, которое мы проводим вместе с Библиотекой иностранной литературы и вместе с Центром славянских культур, который работает здесь в библиотеке. Мы подписали соглашение о сотрудничестве между Советом землячества Украины и библиотекой, и Центром славянских культур. Мы уже провели два мероприятия. Одно из них это было интересное мероприятие. Некоторые из вас были на открытии дней украинской культуры. Мы проводили 23 сентября. Открытие дней украинской культуры. Сначала мы его назвали «Декада культуры Украины», но потом, когда мы связались и с посольством Украины, и с Министерством иностранных дел, и с администрацией президента Державного управления справами Украины, и когда нам сказали, что гости из Украины до нас не прибудут, на жаль, ми перейменували цей захід і назвали його декада української культури. Не культури України, а української культури. Це дало змогу багатьом українцям, що живуть в Москві і в Росії, прийняти участь в цих заходах. Ми провели вечір поета і перекладача Андрія Пустогарова. Ми провели творчу зустріч з Тарасом Дудко, це родственник Олександра Петровича Довженка. Ми провели встречу, де обсудили вопросы, тема України во втором томі «Мертвих душ» Николая Васильевича Гоголя. Провели вечер, посвященный 205-й годовщине со дня рождения Шевченко. Мы провели творческий вечер члена Союза писателей России Владимира Лисового и ряд других мероприятий, а также цикл из семейного архива «Встреча с Андреем Рильским». Все вечера и все наши мероприятия в рамках декады культуры прошли очень интересно. Я думаю, что Борис Ильич Олейник приветствовал бы это наше мероприятие. Я знаком с Борисом Ильичем, много раз с ним встречался. Вот мы создавали вместе книгу, такую, которую я вам покажу, некоторые уже из вас ее имеют и знают. Во всемирной серии «Народы и времена» мы издали один из томов этой книги «Российская Федерация. Украинцы». В этой книге
300 фотографий и имен тех украинцев, которые жили, работали, учились, великих украинцев в Советском Союзе, в России, и 300 биографий современников. Это представители Украины, которые в свое время приехали в Москву, в Россию, жили, живут, работают и учатся здесь. Вот такая книга издана, и я хочу вам показать, что Борис, когда мы эту книгу готовили к изданию, Борис Ильич принимал активное участие в подготовке этой книги, и он дал свою статью в эту книгу. Эту книгу я хотел бы оставить представителям Украины на память о том, чтобы они знали, что Совет землячества Украины в Москве активно работает с представителями украинской диаспоры. Кроме этого, я хотел бы тоже и представителям Украины, и представителям Белоруссии вручить вот такую книгу Тараса Шевченко «Друзі мої єдині». Мы выпустили эту книгу вместе с Культурным центром Украины к 200-летию Тараса Григорьевича Шевченко. Здесь воспоминания, и его воспоминания бывшие, и о нем, и представители русской интеллигенции, русские писатели о Тарасе Григорьевиче и о дружбе с ним. Вот такую книгу я хотел бы тоже представителям вручить Украины. Пожалуйста, кому это можно сделать? Наверное, вам. Так, и книгу о Тарасе Григорьевиче я хотел бы вручить и представителю из Белоруссии. Кто у нас из Белоруссии? Светлана Петровна. Ну, извините, что немножечко регламент затягиваю. Вот, но я хотел бы несколько слов сказать и о нашей дружбе, о нашем взаимодействии с Борисом Ильичем. Мне, как сейчас вспоминается, я знаю, здесь несколько человек есть, которые были на одном из последних совместных российско-украинских мероприятий, которые мы провели в январе 2014 года в Москве в Государственном Кремлевском дворце, когда более 5000 москвичей и гостей столицы, в том числе из многих областей Украины, январь 2014-го отмечаю, братались, проводили такое теплое мероприятие в Кремлевском дворце и встречали замечательный творческий коллектив народного артиста Украины Михаила Поплавского и его гранд-шоу «Любовь без границ», которое проходило в рамках организованного Советом землячества Украины Всероссийского фестиваля «С чего начинается Родина». У нас тогда не было разногласий. Великолепные украинские, русские песни и танцы были объединительной силой наших народов. Все, что случилось потом, я не буду комментировать, мы не для того здесь собрались, но, по крайней мере, уже в конце этого года, 14-го, Международный союз общественных объединений «Киевская Русь» и Совет землячеств Украины обратились ко всем жителям Украины с посланием, в котором отмечалось, цитирую, «Мы с горечью наблюдаем и сочувствуем по поводу всех событий, которые начали происходить в эти дни на Украине, и мы прекрасно понимаем, кто это делает, зачем и кому это нужно». И сегодня мы продолжаем чувствовать, ощущать, что русские, белорусы и украинцы не только родные по происхождению, по языку, по современной культуре. У нас общее великое прошлое,
общий для наших литератур период. Бессмертное слово о полку Игореве родилось на стыке земель русского, украинского и белорусского народов. Оно создано в тот период истории Руси, когда еще не было разделения на три восточнославянских народа – великорусский, украинский и белорусский. Следовательно, это произведение в равной мере принадлежит этим трем братским народам. Мы должны быть благодарны сыновьям нашей великой матери, Древней Руси. Прошлое должно служить современности. К этому призывал нас, русских, украинцев, белорусов, знаменитый ленинградец, петербуржец, великий россиянин, академик Дмитрий Лихачев. Несколько лет назад, я процитирую, в этой книге это есть, несколько лет назад возглавлявший фонд культуры Украины, герой Украины, академик Национальной академии наук Украины Борис Ильич Олейник многое сделал для осознания места и роли украинцев в мировом сообществе и, конечно же, в славянском пространстве. Он сказал, что украинцы сегодня проживают в различных странах нашего многонационального мира, цитирую. В Российской Федерации они составляют не только одну из многочисленных диаспор, но и древнейшую из них, которая широко представлена в различных областях человеческой деятельности Российской Федерации. Об этом очень интересно рассказывает в своих книгах и выступлениях известный во всем мире академик Национальной академии наук Украины, бывший вице-президент этой академии Петр Петрович Толочко. Я уже вам говорил о деятельности нашего Совета землячества. Я уже говорил вам, что мы все делаем для того, чтобы вернуть те отношения, которые были между нашими странами, между нашими народами, в нормальное человеческое русло. Мы все делаем для этого, и мы стараемся в своей деятельности совместно с украинскими, белорусскими коллегами делать все для того, чтобы мы почувствовали себя братьями, чтобы мы почувствовали себя представителями славянских народов, для того, чтобы мы были вместе. И я думаю, что придет то время, хочу сказать, вот Петр Иванович здесь присутствует, Акаемов, мы с ним вернулись буквально на днях из Донецка, вот были на двух больших международных форумах, и я вам честно скажу, что 90% дончан, мы даже встречались с представителями и украинской стороны, и они тоже, те, которые сегодня сидят в окопах, и те, которые в Донецке живут, все жаждут мира. И мы все надеемся на то, что мир придет на землю Донбасса. Спасибо большое. Николай Иванович уже сказал с сожалением, что культурные связи сегодня с Украины, с Россией особенно, конечно, разорваны. Ну, на государственном уровне уж точно, вот на личном, конечно, личные контакты невозможно разорвать. И Борис Ильич был такой объединяющей фигурой при жизни, и очень отрадно, что он стал, до сих пор является таким после того, как ушел. Я сейчас хочу пригласить к микрофону Середина Владимира Григорьевича, заместителя председателя Международного сообщества писательских союзов, председателя Президиума литературного сообщества писателей Украины, России. Простите. Спасибо. Я, как издатель многолетний, конечно, хотел бы поздравить всех, кто задумал, написал и издал эту книгу. Должен сказать, что сегодня немного найдется таких известных, больших даже классиков современной литературы, которые могли бы похвастаться тем, что уже на короткое время издано две книги воспоминаний о нем. В прошлом году мы в Минске, да, имели честь представлять
сегодня вот здесь. Спасибо большое. Я успел вчера и сегодня так, по диагонали полистать, сколько была возможность. Порадовался тем, что научный, культурный такой оборот входит сегодня огромнейший пласт информации, и не только о творчестве, которое более известно широкому читательскому кругу, но и факты жизни, политической, общественной его деятельности. И вообще Борис Ильич как великий гражданин Украины. Сегодня, конечно, можно было бы многие вещи вспоминать. Мне повезло тем, что я познакомился с ним в далеком теперь уже 1965 году. Нас объединяло то, что мы оба учились на факультете журналистики Киевского университета. И вот я вспоминаю осень 64-го года. Мы первокурсники, первая встреча с выпускниками. Была такая традиция на факультете, когда для встречи с первокурсниками приглашали своих предшественников. Ну, к тому времени Борис Ильич уже был известен поэтом, журналистом. Я, это была первая встреча, не знаю, помнит ли он о ней, и как-то у нас разговора на эту тему никогда больше не заходило, но я потом через всю жизнь нес вот такой хороший образ этого человека. Дальше были многочисленные встречи здесь. Когда Борис Ильич появлялся в Москве, это было нечто, это был ураган. Потому прежде всего его невозможно было найти. Ни одни телефоны не отвечали. По партизанским тропам он от одной организации к другой, к одному человеку, к другим встречался, занимался общественными делами. Это была его черта – помогать людям. Я вот читаю воспоминания, конечно, многие люди об этом говорят, но я сам был свидетелем таких многих и многих моментов. Если раздавался звонок и говорил: «Володю, це Олійник», значит, я понимал, что что-то за этим звонком стоит серьезное и важное, и, как правило, это была просьба поддержать, кого-то издать, кому-то что-то решить, еще какую-то проблему. И он, это была действительно просьба, но просьба такая, что не выполнить ее было практически невозможно. Это надо было с уважением прежде всего к самому Борису Ильичу, который нашел время, нашел возможность озаботиться судьбой, творческими делами того или иного человека. Последние годы я работал в Союзе писателей России, и так сложилось, что наши встречи были гораздо чаще. Были большие, серьезные у нас совместные мероприятия. Может быть, этому способствовало то, что и наш председатель Валерий Николаевич Ганичев, и Борис Ильич, они тоже оба выпускники Киевского университета, на разных, правда, факультетах. Ганичев – историк, Борис Ильич, как я уже говорил, на факультете журналистики. Учились практически они в одно время, там разница два курса, но были очень знакомы и в дальнейшем. И несмотря на то, что, собственно, между Союзом писателей России и Национальной спилкой письменников Украины отношения уже были такие формальные, и необязательные, несмотря на то, что я несколько раз туда ездил, встречался, на пленумах бывал, выступал,
на съезде одном писателей был. Конечно, политическая ситуация и государственные отношения, они сказывались и на дружестве писательском, на творческих связях писателей. Конечно, это, я подчеркиваю, что личные отношения, личностный фактор, он играл большую и серьезную роль. Я очень благодарен, что Борис Ильич поддержал мою идею, мои усилия по переводу «Тихого Дона» на украинский язык. Это была такая, я бы сказал, сложная ситуация. Мы не знали, как будет это воспринято в Киеве, где его. Ну, можно было выпустить, но не хотелось это, так сказать, просто выпустить. Хотелось как-то донести, что это от души все, что это факт нашей совместной жизни, факт нашей совместной культурной деятельности. Борис Ильич не только, несмотря на то, что он был в больнице, плохо себя чувствовал, это был май 13-го года. Я это к тому, что не только потому, что это личностный фактор, но это еще потому, что в мае 13-го года, это как раз было 15-16 мая 13-го года, еще, вот есть живые свидетели, которые участники этого события, огромнейший зал библиотеки, президентской библиотеки, наверное, человек 300, не меньше там было, молодежь была, все пришли на это событие. Ну, как переводчик, я, безусловно, был предельно счастлив, но еще больше меня радовало то, что Борис Ильич от начала и до конца вел это мероприятие, помогал, поддерживал меня и написал предисловие. Конечно, вот фотография с Юрием Погуцким. Он в то время был начальником Главного управления гуманитарной политики, по-моему, администрации президента. Я помнил его, когда он еще был министром культуры. И, конечно, даже в то время в администрации президента с удовольствием занимались такими делами, поддерживали, и был успех. Ну и последнее, конечно, это не только вечер, который мы проводили, 200-летие Тараса Григорьевича Шевченко, здесь есть воспоминания Куняева, он подробно об этом вспоминает. Есть другие товарищи, Николай Иванович присутствовал на этом мероприятии. Но была еще одна важная встреча. Это была Борису Ильичу присуждена премия, литературная всероссийская премия «Прохоровское поле». И мы встретились в Белгороде на Прохоровском поле. Дмитрий Валентинович, Борис Ильич, прилетели. Я долго вечером сидел, самолет прилетел поздно. Я сидел в фойе, уже все пошли отдыхать. Ганчук, который возглавлял нашу делегацию, и они все-таки прилетели. И вы бы видели, с каким душевным теплом и читатели, писатели, которых там было очень большое количество, и политические деятели, вручал премию Борису Ильичу Николай Иванович Рыжков, бывший глава правительства Советского Союза. Кстати, уроженец Донбасса. Это было незабываемое. И, может быть, вот эта тема, тема войны, тема пережитого, тема нынешних событий, то, что пережил
Борис Ильич в Югославии, когда ее бомбили. И вот таких много-много вещей, которые сейчас, слава Богу, есть в этой книге, меня наводит на мысль о том, что эту работу по изданию, по собиранию памяти Бориса Ильича нам важно продолжить. Есть материалы, есть в этом необходимость. Дело в том, что, конечно, жизнь есть жизнь, кто-то сей мир покидает, но важно, пока люди есть, пока есть люди, которые его знали, которые с ним дружили, которые его любили, которые его понимали и чувствовали, и которые готовы поделиться своими воспоминаниями, нам нужно подумать, как дальше организовать эту работу. Что касается нас, писателей России, международного сообщества писательских союзов, то мы всегда готовы подставить свое плечо, наши скромные возможности. Спасибо еще раз. Спасибо большое, Владимир Григорьевич. Владимир Григорьевич сказал о книге Петра Петровича Толочка, это наш известный ученый, историк, археолог. Он в прошлом году представил книгу воспоминаний о Борисе Ильиче. Обратите внимание, какая большая экспозиция представлена, книга Бориса Ильича, это стихотворение его, проза представлена. Я надеюсь, Елена Марченко там будет и наша тоже книга. А сейчас к микрофону я приглашаю Галину Мирославовну Лесную, доцента Московского государственного института международных отношений, кандидата филологических наук. А прошу обратить внимание, насколько выразительно звучит тема выступления Галины Мирославовны «Поэтика ухода и возвращения в художественном мире» Бориса Олейника. Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Конечно, я буду говорить о Борисе Олейнике поэте, но, несомненно, после выступлений с воспоминаниями и изданий книг и воспоминаний, наверное, мне следовало бы сказать несколько слов о том, что все мы, в первую очередь, благодаря Минской инициативе, тоже познакомились с Борисом Олейником лично, а уж коль скоро речь шла о майских событиях 2013 года, то я должна еще вспомнить, что впервые Бориса Олейника я увидела в конце июня 2013 года. Он был в университете МГИМО, который проводил тогда встречу, дискуссию депутатов Верховной Рады и Российской Государственной Думы. Он действительно чувствовал себя очень плохо. Но он прилетел, это довольно была сложная поездка, утром прилетел самолет с киевлянами, они целый день провели в Москве в нашем университете и вечером улетели. Настолько для него было важно все, что происходит и в Киеве, и в Москве, что, плохо себя чувствуя, он все-таки прилетел на эту встречу. И дальше, конечно, мы уже с ним общались благодаря Минской инициативе. Я думаю, что все мы согласимся, что во многом благодаря Минской инициативе и участию Бориса Ильича все мы соединились и продолжаем работать как бы под его теплым крылышком, которое, наверное, под его теплыми крыльями, которые нас здесь соединили. Кроме воспоминаний, несомненно, очень важно, представляется мне как филологу, все-таки не забывать о его поэзии и о том, каким он был поэтом. И вот это ключевое стихотворение, строчка из которого дала заглавие этому сборнику воспоминаний, оно очень интересно еще и потому, что у Бориса Олейника, помимо вот этого стихотворения «Коли повернуся», ведь 40 сборников стихов, эссе, публицистических воспоминаний, просто если мы не оцениваем поэтов с точки зрения того, много они написали или мало, но Борис Олейник был трудоголиком. Все, что он делал хорошо. И он был высокого уровня поэтом, который, ну, наверное, здесь уже будут работать архивисты, которые будут сравнивать то, что он оставил в черновиках, и то, что он представлял на суд нас, на наш читательский суд.
Тем не менее, споры о том, какой эпохе принадлежит Борис Олейник, является ли он шестидесятником, как его в свое время когда-то назвали. Я уже на предыдущей конференции, говоря о том, к какому поэтическому поколению принадлежит Борис Олейник, говорила о его отношении к разным поколениям украинских поэтов или европейских поэтов. Сегодня хотелось бы сказать, что вот тот творческий взлет, который Борис Олейник пережил в 1960-е годы, он уже не прекращался. Он был характерен даже для его сборника стихов, изданного в 2004-2009 году. И вот среди таких ключевых произведений Бориса Олейника, обычно филологи их называют доминантными произведениями, то есть наиболее важными для поэта, это произведения, посвященные поэзии как таковой, художественному творчеству и месту поэта в окружающем нас мире. Для него это было настолько важно, что если с этой точки зрения оценить поэзию Бориса Ильича Олейника, мы найдем огромнейшее количество поэтов, к которым он обращается. Это и Григорий Сковорода, и Тарас Шевченко, и Гёте, Пушкин, Лев Толстой, Тычина, Рыльский, Зеров, Кулиев, Малышка, и этот ряд можно продолжать. Это эпиграфы из произведений поэтов, строчки из произведений поэтов, которые он ставит в качестве эпиграфов к своим стихотворениям. Это реминисценции, которые мы встречаем в его стихах, и такие аллюзии к очень многим авторам. И вообще сущность художественного творчества – это такая сквозная тема его поэзии. И это и стихи литературным снобам, это сборник «Трубы трубишь», это поэма «В зеркале слова», но это еще и сборник стихов «В зеркале слова». Настолько все это было для него важно. И вот среди таких творческих фигур, несомненно, первое место принадлежит Тарасу Шевченко, и в этом стихотворении, которое дало название сборнику воспоминаний, конечно, есть известные строки о том, что высший суд над поэтом может он поручить только Тарасу Шевченко. «И хаймане судить по правді і совісті кане в єдино верховний і повноважний суддя». Строки из этого известного стихотворения. Кроме прямых обращений к Шевченко, вот есть и так называемые аллюзии, отсылки к нему, которые мы можем наблюдать и которые разбросаны практически во всей его лирике. Ну, прежде всего, хочется обратить внимание на его стихотворение «Пришли», где мы не сразу поймем аналогию между тем, о чем пишет Борис Олейник, и известным стихотворением Шевченко «Мы не однаково». Чтобы не быть голословной, приведу эти известные строки. «Та не однаково мені, як Україну злії люди, присплять лукаві і вогні її окраденою збудять». И рядом окажутся размышления лирического героя Олейника. «Всевышний, що в долонях світ трима, простить і боягузові дарма, що перед окупантом горби в спину, лише в увіки прощення нема поету, що мовчить у злу годину, коли народ вбивають крадькома». В мире, который раздирается противоречиями, лирический герой Олейника оказывается между двумя полюсами. Возвращение, невозвращение. У него постоянно идет вот такая тема. И два ключевых стихотворения из этого сборника, из новых стихов 2004-2009 года, они идут в таком порядке. «Коли повернуся и не повернусь». Они вот так вместе поставлены. И вот эта тема сквозная невозвращения, она тоже очень характерна для Бориса Олейника. «В небі купається голубь вертун, серце жура проколола, я вже ніколи туди не вернусь, не повернуся ніколи. В край, де ще батько візичать 100 літ,
свідчений вмився кров'ю, рід мій увесь ще живий при столі, мати ще при здоров'ю, ще не ділили кинджалом тупим нас то на лівих, то правих, я вже повік не вернуся туди. Це вже остання правда. К сожалению, вот такую последнюю правду оставил нам Борис Олейник. Если абстрагироваться от таких прямых указаний на уход и возвращение, то практически вся его лирика и является таким уходом-возвращением к отцу и матери, в родное село, к девушке, которая в платочке, в синий горошек, тоже сквозная тема его лирики, к девушке, с которой не удалось соединить свою судьбу, поэтому постоянные возвращения и уходы. И, конечно же, символическое возвращение на прародину украинских поэтов Канев, к Шевченко, прародителю поэзии как таковой, восприятии Бориса Олейника. Вот эта поэтика уходов и возвращений передает собственное мироощущение Олейника, состоящее в необходимости вернуться к простой истине, що не продається на світі, що продається на світі не все і не купується совість. Таким образом, вот эти доминантные произведения в творчестве Олейника, они объединяют лирику его в единое целое, несмотря на разножанровые, разновременные, разножанровые произведения, разное время написания его стихов. И таким образом мы можем наблюдать, что с одной стороны он укоренен в традиции, в традиционной поэзии, а с другой стороны поэтическое наследие Олейника выходит за пределы определения его как поэта-шестидесятника, а он и сам это понимал. Врешті поезія молиться іншому Богу, ніж хронологія, ревна до прізвищ і дат. Спасибо большое, Галина Мирославовна. А можно я вас задержу на секундочку? У меня такой личный вопрос. Я знаю, одна из ваших работ была посвящена Шевченко и тому, как студенты современные воспринимают его творчество. А в таком случае интересно очень, сегодняшние студенты-словисты изучают ли Бориса Ильича творчество? И если да, то как они к нему относятся? Ну, я не учу студентов-словистов, я учу студентов-международников, поэтому у них нет курса литературы. А у студентов-словистов тоже нет курса литературы, потому что пока сейчас у словистов не изучается украинский язык. А. Спасибо большое. Да. Все, кто знали Бориса Ильича хорошо, знают и говорят, и вспоминают о том, что он знал потрясающее количество стихотворений, любил цитировать, читать не только свои стихи, он знал потрясающее количество и Высоцкий, Руставели, Куджавы, и все, что угодно, хранил в памяти своей. Я хочу пригласить к микрофону коллегу по поэтическому цеху Владимира Сергеевича Лесового, поэта, главу Сумского землячества в Москве, лауреата премии имени Александра Твардовского. Здравствуйте. Борис Ильич Олійник – це поет гуманізму, поет дружби народів. Дружба. І він оставався таким до кінця, до останнього кінця свого. Він не змінився, хоча обстоятельства, його там життя на Україні, требували від нього другого формату, змінення, як всі там змінились. Но он остался таким, как прежде. Я и в те годы писал, вот единственный человек на Украине, поэт, который остался верен юности, клятве юности. Ведь клятва дается один раз, и каждый из нас приносил эту клятву. Понимаете? Как важно вот, не изменить идеалу юности и детства. Это только сильные личности могут себе такое позволить. Я помню, да, это не модная тема сейчас, дружба народов. Мы видим, что вокруг происходит. Войны и кровь льется. Я помню свои литературные университеты. Зеленую лампу юности. Борис Николаевич Полевой, тогдашний редактор журнала «Юность», всемирно известного журнала, выходившего миллионными экземплярами, создал студию «Зеленая лампа» с таким пророческим, таким великим названием, когда-то было общество литературное, куда входил великий Пушкин. А перед этим было постановление ЦК КПСС о работе с творческой молодежью. Вот так откликнулся он на это постановление.
Три года учебы. Это был малый литинститут, а может даже больше, чем литинститут. Крупнейшие советские писатели, поэты тогдашние приходили в юность, в конференц-зал юности и проводили с нами занятия, работали с рукописями, обсуждали, критиковали. Это было незабываемое время. И помню, Сергей Наровчатов пришел, редактор «Нового мира» тогда, прекрасный поэт, фронтовик, и он тоже прочитал стихотворение о дружбе народов. И мне оно не вспомнилось вот уже в наше время. «Я помню, — писал Наровчатов, — с волнением про дружбу народов, о том, как в бою упал Тузский, гибли геройски еврей и русский. Но что мне до польской Полтузки, когда нету Крыма и нету сестры белорусской?» Вот такое родилось, понимаете, спонтанно вот такие строки. Ну и дальше там уже, так сказать, тут не для каждой аудитории. Ну вот, Борис Ильич Олейник, мой земляк, Сумская область и Полтавская, когда-то была Полтавская единая область, не было Сумской, это вообще мой земляк. Много раз встречался я с ним, и разговоры были, и один на один, и телефоны, в Киев я звонил. Жаль, очень жаль. Был в храме Христа Спасителя, шел прекрасный вечер, присуждали патриаршую премию, и в это время пришла 30 апреля, это тягостное весть о смерти, неожиданной смерти Бориса Ильича. Поэт – это, конечно, тот, кто дает сигнал всему человечеству, сигнал опасности СОС посылает. Он чувствовал это. И уже в то время, еще период перестройки этой, он уже написал книгу про Иуду Горбачева, и он предупреждал всех нас, к чему это может привести. Он смело, открыто выступил и сказал, вот сигнал СОС, как важно это предупредить человечество, потому что поэту дано высшей силой божественной, умение предвидеть и предчувствовать развитие событий. Вот у него замечательное стихотворение, это все же вечер памяти Бориса Ильича. Хочу, чтобы звучали его стихи, не только наши речи, стихи его, чтобы звучали. Вот на русском языке в переводе известное стихотворение, называется «Марш пятой колонны». «Кто вы ныне, наши коммутанты, где нагрели новые места? Шустро заменяя транспаранты и знамен опасные цвета, говорят, у радикалов нервы не на месте. Если ваш хурал громче их горланище не умерло, как вчера интернационал, говорят, что в храмах бить поклоны, как теперь гораздо вы еси, как недавно били вы иконы, посылая дули в небеси. Бдите же, родила в самом деле, если коммутанты к вам, нас они вчера продать сумели, завтра вас подавно продадут. Это предупреждение прямое. Помните, как в августе беспечно в пару дней сменила эта рать место у звезды пятиконечной на места в колонне номер 5. И сейчас никто там не безумец. Повернись, история опять. Сей момент заменит ваш трезубец на места в колонне номер 5. Судьба поэта всегда трагична, всегда тяжела, но это крест, который несет человек, и он должен нести его до конца. Если Божий дар, поэт не продается. Вот мы видим, что вокруг, вот журналисты, да, могут, потому что там нет Божьего дара. Это пропагандисты. За большие зарплаты они готовы восхвалять кого угодно. Вчера он восхвалял, вообще был... Другое совершенно говорю, сейчас на своем канале говорит вещи противоположные. Потому что большие там деньги, 67 миллионов рублей получает он за ложь. Понимаете? Ежемесячно. А поэт не продается. И Божий дар, он дается только одному известному Господу, только ему известными путями и по известным только ему адресам. Вот Борис Ильич Олейник получил дар небесный, этот дар Божий. И он оставался верным до конца. И я счастлив, что я являюсь современником этого великого поэта эпохи, что я жил вместе с ним, что я видел его, встречался, жал его руку и слышал его слово. И это слово будет звучать всегда, пока будет звучать русская и украинская речь. Спасибо.
Спасибо большое, Владимир Сергеевич. А мы сегодня много говорим о диалоге культур, а именно он лежит в основе гуманитарного проекта «Минская инициатива». Я хотела предоставить слово представителю белорусской стороны, представителю научной интеллигенции. Светлана Петровна Винокурова, первого проректора Белорусской государственной академии искусств, доктора философских наук. Уважаемые сябры, добрый вечер. Некольки слов на белорусской мове, как бы почули нашу матчину мову. И мне вельми приемно тут присутничать. Дякую организаторам этой импрезы. И, конечно, дякую за то, что можно некольки слов сказать об, таким, об такой выбитной особе, как Борис Ильич Ленин. Мне не первый раз уже приходится за короткий срок, вот как и всем нам, присутствовать на презентациях и книг воспоминаний. Две книги вышло. Вот приятно, что именно Минская площадка стала основой для презентации вот тех воспоминаний, которые вышли чуть ранее. Вот эта новая книга, это новый, я бы сказала, такой знак признания современников Бориса Ильича как поэта, как общественного деятеля, как государственного деятеля. Я хотела бы сказать несколько слов по поводу того, что я не думаю, что в этой аудитории есть люди, которые имеют какое-то иное мнение о Борисе Ильиче. Я думаю, что это аудитория единомышленников. Меня волнует другое. Я работаю с молодежной средой, и вчера вот в выступлении составителя этой книги, вот нашей Людмилы Федоровны, прозвучала мысль, которая как-то очень меня задела, как педагога. Вы сказали, что сегодня в учебниках украинских Борису Ильичу уделяется меньше внимания, меньше и меньше внимания. И я думаю о том, что будет дальше. Вот, воспоминания современников, тех, кто был хорошо знаком с Борисом Ильичем или жил с ним в параллельном времени. Вот нашему поколению, наверное, это ближе. Мы выросли в такое время, когда и в 60-е, 70-е годы была огромная мода на стихи. Многие знали эти стихотворения. Сейчас я часто обращаюсь к своим студентам и спрашиваю, кто из вас знает стихи? Вот, у нас творческий вуз, актеры, режиссеры, киношники, дизайнеры, ну, поднимаются редкие руки. Ну, говорят, ну, в школе там кое-что учили, вот, школьные программы. Так как вот в свое время можно было собираться и часами читать стихи, и иногда свои, иногда, ну, классику, конечно, знали все, вот, наверное, времена эти прошли. Искусство, вы знаете, храм такой сложный, как и наука, как, собственно, и религия. Вот, и в искусстве, как о храме, когда-то Великенштейн сказал, он сказал это о науке, но я думаю, это можно отнести и к искусству. Эйнштейн сказал, что храм науки – явление многосложное, и приходят туда люди, в этот храм, с разными целями, разными мотивами. Одни приходят туда для того, чтобы возвыситься над другими в силу того, что они принадлежат этому храму. Другие для того, чтобы решить свои собственные личные дела. И Эйнштейн, который, ну, немало высказал таких мыслей атеистических, не очень в плане апологетики религии, критически относящихся, вдруг заявляет, если бы Господь Бог прислал в этот храм своего ангела, и ангел изгнал бы из храма две эти категории людей, как бы случайно попавших в этот храм, храм науки катастрофически опустил бы. Но в нем все-таки остались бы редкие люди, которые приходят в этот храм с другими намерениями, с намерениями уйти от суеты, от мотивов личных, корыстных, в мир высоких истин. И то чувство или те мотивы, с которыми остаются эти люди в этих храмах, это чувство Эйнштейн связывает с чувством глубокой религиозности или влюбленности. Я думаю, что Борис Ильич относился к этой третьей категории людей, которые принадлежат этому храму и науке, и искусству. Наверное,
всегда обладали чувством глубокой внутренней совести, глубокого внутреннего достоинства, такого не кричащего, но очень ответственного и гражданского. Судя по его публицистике, вот, по его поэзии, его не оставляло равнодушным ни одно значимое для человека явление. Будь это история давняя или не очень давняя, 20 века, там, проблема Голодомора для Украины очень важная. Как-то на одной конференции один украинский товарищ выступал и упрекал Белоруссию в том, что Беларусь, так сказать, не пускала, как она говорит, украинцев, когда голод был. Голод был не только на Украине, это всем известно. Есть просто вопросы количественных жертв. Я, правда, сказала, Чернобыль – наша общая беда, а источником этой беды явилась украинская земля. Но это не значит, что украинский народ в этом виноват. Он пострадал так же, как и белорусский. И Борис Ильич обращался и к этой теме, его вот обращение, воззвание к Чернобылю. Вот Беларусь в период перестройки оказалась в очень тяжелом положении с Чернобыльской катастрофы, потому что мы лишились союзного бюджета первое время, и четверть своего скудного направляли на минимизацию вот, последствий на Чернобыльской АЭС. Общая беда, общая история и, конечно, общие успехи объединяют наши народы, белорусские, русский и украинский. И от этого никуда не деться. И вчера вот тоже у нас на посвящении, вот вечер, который был посвящен Ильичу, тоже прозвучала эта мысль, что наши судьбы наших народов, они неразлучны. И представители вчера вот прозвучали чудесные переводы на русский язык. Я думаю, что белорусские поэты тоже не останутся и не остаются равнодушны к такой серьезной и качественной поэзии, как поэзия Бориса Ильича. А, конечно, в Беларуси, я думаю, много десятки людей найдутся, которые хорошо знали его. Это прежде всего наши представители научных учреждений, Института языкознания, сейчас центр переименован, университетов и так далее. И в этом отношении будущее, я думаю, большое. Но вот что будет с другими поколениями, уже не современников Бориса Ильича, последующих, которые будут читать учебники, в которых не встречаются эти имена. Это не только Бориса Ильича касается. Я вот извиняюсь, что, может, приведу такой пример. Как-то открыла учебник, пригласили как эксперта в наше издательство «Высшая школа». Открываю учебник по физике 7 класса, так прямо вот на о первой обложке фотографии Аристотеля, написано «Аристотель – древнегреческий философ, стоит запятая, который сделал ряд ошибочных выводов в области физики». Вот. Он первый, с чего начинается физика, в 6 или 7 классе. Думаю, пока до 10 дойдет, где обратятся к философии Аристотеля, подумает, он же в физике ничего не понимал, а еще и за философию, оказывается, взялся. Вот, поэтому, конечно, очень важно, вот, что поколение прочтет, с чем оно встретится. И, наверное, вот задача вот, тех, кто знал, помнил, ценит, понимает вот, поэзию и вот это огромное наследие этого гражданина, задача то, чтобы мы не остались в стороне, потому что не просвещали только друг друга, чтобы мы несли высоко вот это знамя, которое как гражданин, как поэт, как профессионал, как человек, принадлежащий храму искусства и храму науки, чтобы эта фигура ну, не осталась той фигурой, которая, может быть, будет воспроизведена потом через ряд поколений. Конечно, такие люди не уходят. Написанное застоится, и песни поются. И, я знаю, у нас в Академии иногда таких курьезов доходит, как-то День защитника Отечества праздновали, закончили песни «Щеня в мерла Украина», потому что у нас мастер спорта
по фехтованию, украинка с под Полтавы, она в украинское общество входит и всегда у нас поет песни. И наши местные так националисты подошли и говорят: так вообще что за праздники, чей праздник празднуем? Но у нас разные народы демонстрируют свое искусство. И, конечно, нас радует то, что мы, белорусы, считаем себя богаче, когда мы имеем возможность общаться и принимать все это. Я думаю, что Борис Ильич будет тоже той фигурой, которой Беларусь, вот юбилейная дата идет с 35-го года рождения, 2020 год будет таким, я думаю, еще более знаковым для того, чтобы вспомнить эту личность. И я думаю, что белорусы и современники, ну вот, сделают тоже, внесут свою лепту, свой вклад. А Минская инициатива, Минская площадка, и Беларусь в целом, знаете, открытая страна. Вот, когда-то мы все прошли через испытания выбора веры, пока определились. Вот, когда-то приходится выбирать, вот, что нас объединяет. И понятно, что нас объединяет общее пространство, прежде всего, культуры, духовности, науки, образования. Не будет этого единения, значит, политика играет роль очень важную для того, чтобы это сохранялось. Но все-таки и вот эта культурная, духовная, или как Владимир Владимирович говорит, мягкая сила, она тоже очень важна. Поэтому мы выполняем тоже свою миссию. И можем ее выполнять успешно благодаря тому, что мы опираемся на таких столпов, как классика белорусская. Вот Янка Купала, только что поставлен памятник в Болгарии нашим педагогам-слободчикам. Ранее Мулявину в Екатеринбурге сделан тоже памятник. Значит, конечно, мы должны быть все вместе. И благодаря вот сегодняшнему вечеру, я думаю, тоже это единство будет у нас крепчать. Спасибо за возможность вот поделиться с вами. Спасибо огромное, Светлана Петровна. Сейчас бы хотела передать слово Тамаре Носенко, начальнику отдела подготовки и реализации проектов Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств стран СНГ. Надо сказать, что без поддержки этого фонда не состоялось и не было реализовано бы, наверное, ни один проект в рамках Минской инициативы, и в том числе книга тоже детище этого фонда. Вот. И пока Тамара Владимировна подходит к микрофону, да, я хотела бы такой адресовать вопрос. Это вопрос от моих журналистов, коллег из Киева, которые, когда узнали, что книга, посвященная Борису Ильичу, будет выходить в Москве, они ужасно изумлялись, сказали, как в Москве, почему они интересуются творчеством Олейника. В то время как в Киеве, сами знаете, не очень хорошо с этим обстоят дела. Спасибо за хороший вопрос, Людмила Федоровна. Здравствуйте. Начнем с того, что я куратор проекта, действительно, Минская инициатива. Это огромная честь и большущая ответственность. Почему мы решили публиковать книжку в Москве? Опять же, потому что честь. Опять же, потому что было бы вполне понятно напечатать ее в Киеве, да, все равно за счет средств фонда, да, все равно это было бы ровно той же частью Минской инициативы. Ну, с моей точки зрения, знаково печатать ее в России и распространять ее в России прежде всего и представлять ее в России на достаточно крупных площадках, таких как Nonfiction, то, что мы вчера делали, и прежде всего в России. Мне бы очень хотелось, чтобы в России помнили о Борисе Ильиче Олейнике и понимали, что это наше общее наследие. Ну вот так. То есть на самом деле я эстафету печати книжки просто взяла и забрала у вас. Как всегда, большой брат. Да. Да, большой брат все отнял. Вот. А знаете, ну после ваших слов говорить мало что осталось. Наверное, надо говорить спасибо. И еще очень хочется сказать, что проект «Минская инициатива» действительно складывается как некий пазл из разных небольших гуманитарных инициатив и проектов.
И будь то научные конференции, будь то проекты художественные, вот свою сверхзадачу я вижу в том, чтобы все-таки то, что мы делаем, было достойно имени Олейника. И вот спину держать помогает именно то, что действительно проект придумал Борис Ильич, и вот не хочется как-то... Может быть, совсем не все, что мы делаем, вызвало бы у него там, ну, не то что одобрение, но он бы инициировал это. Не знаю, мне сложно спекулировать его именем, сколько бы я ни читала о нем и сколько бы я ни знала о нем. Но хотя бы не раздражать память. Вот как-то так. Спасибо вам огромное, и я, правда, очень благодарна всем, кто участвует в этом проекте. Спасибо Центру славянских культур. Это замечательно, что вы нас принимаете и открываете нам двери и поддерживаете эту историю. Спасибо большое. Ну и спасибо всем участникам. Спасибо, Тамара Владимировна. Сейчас, наверное, наступило время сказать хотя бы пару слов, хотя уже очень многие говорили о Борисе Ильиче, и в том числе о стихотворении, поэзии, которые вошли в том числе и в книгу. Сейчас, наверное, часть... украинская часть этого вечера, да, потому что в этой книге, помимо того, что собраны воспоминания коллег и друзей Бориса Ильича, большую часть, конечно, составляют воспоминания, литературоведческие анализы или философские изыскания по поэзии Бориса Ильича все-таки с украинской стороны. Вот. Я надеюсь, что вы уже могли хотя бы действительно по диагонали пролистать книгу. Если нет, то на выходе обязательно возьмите. Будете читать завтра или на выходных. А вот. Ну, что я могу сказать? Книга выпущена на... Тексты книги представлены на русском языке специально для того, чтобы нужную вещь сделать, сделать большой охват аудитории. То есть мы хотим представить не только в Белоруссии, в России, Украине. Кстати, книжка продаваться не будет, она будет, она бесплатна, она будет размещена в библиотеках разных стран. Так что можно, а в зависимости от ресурсов библиотек, я, скорее всего, думаю, что, может быть, они будут оцифрованы и выложены уже в публичный доступ. В этой книге представлены воспоминания 19 авторов, которые благодаря своему творчеству, энтузиазму смогли вот такому пополнить эту книгу, помогли нам вспомнить о Борисе Ильиче. Здесь представлено воспоминание президента Украины Леонида Кучмы и многих его друзей Михаила Швыдкова. И его друзей по поэтическому цеху. Вот, и я бы хотела... Я не буду много говорить, потому что действительно тут надо смотреть, обязательно посмотреть фотографии, потому что совершенно потрясающие снимки. Некоторые из них вообще никогда в жизни не публиковались, так что это будет интересно. И как раз можно посмотреть все его увлечения, увидеть, потому что Борис Ильич ужасно любил футбол, хотя нам, мне уже сказали, что он болел за Полтавскую Ворскву. Но когда Борис Ильич побывал в Донецке в 2014 году, он, конечно... с большим удовольствием сходил на стадион «Шахтер», вот, и сфотографировался там в креслах игроков. Вот, так что я приглашаю к микрофону, пожалуйста, украинскую сторону уже, Солдатенко Валерия Федоровича, члена-корреспондента Национальной академии наук Украины, доктора исторических наук, близкого друга. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я думаю, вот вчерашний день, сегодняшний день является лишним подтверждением известного изречения «Поэт в России больше, чем поэт». Больше он и в Украине, больше, оказывается, и в Белоруссии. И действительно, вот я вчера после презентации, получив эту книгу, просмотрел ее тоже, не скажу, что прочел, но убедился в том, как мало мы еще сделали для того, вот в частности, я сам, бегло просмотрел, что я написал, и сколько еще я мог бы написать о Борисе Ильиче, потому что меня связывали с ним 25 лет совместной работы. Он был наделен, ну, таким особым даром, которым владеет мало кто, а может быть, сравнить даже не с чем. Вот я вам приведу только такие примеры.
он говорил очень просто, казалось. Он не употреблял иностранных слов, он не любил просто их. Он говорил простым языком и говорил на каком-то таком особом полтавском диалекте, но весь зал всегда замирал. Причем это самые разные залы были. Я помню июнь 91 года, 28-й съезд Компартии Украины. Уже многое, что рушится, там там уже демократическая инициатива, там по-разному воспринимают тех, кому предоставляют слово в зале Украина, кому-то обструкцию устраивают, кого-то не хотят вообще слушать, смех во время выступлений, там, и вдруг объявляют Борис Ильич Олейник. Зал замер. Все слушают с огромнейшим вниманием, понимая, что каждое слово имеет свое совершенно четкое, продуманное значение и направлено как бы и ко всей аудитории, и к каждому лично. Я вспоминаю такие же выступления, его их немного было, я, по крайней мере, два выступления помню, когда наш стадион был еще 100-тысячным. Это его сейчас переоборудовали по европейским стандартам, к Евро-2012 там уменьшили количество кресел, а то было 100 тысяч, концерты, группы разные выступают. И когда шума много, как вы понимаете, стадион есть стадион 100 тысяч, объявляют, будет выступать Борис Ильич Олейник. Все от мала до велика, все умолкают и все ловят каждое слово, которое он произносит. Казалось бы, действительно, вот я много раз поражался, самая простая вроде бы речь, совсем вроде бы не изысканная какая-то, но настолько все продумано, настолько все глубоко, что со временем я так могу предположить только, почему было всегда так. Дело в том, что у меня в отделе Борис Ильич проработал с 92 года по день своей смерти. Он академиком был, кроме всего прочего, Академии наук Украины. И мы вместе, трудились, по-разному было. Страшные времена переживали вот в 90-е годы, сокращалась Академия наук. Многие ко мне имели претензии, а что у вас делает Борис Ильич? Институт политологии, он не политолог, он там стишки пописывает, зачем он вам нужен, давайте вот сокращать все и вся, и найти статью, по которой можно сократить финансирование Академии наук. И я пытался всегда доказывать, что каждое слово Бориса Ильича намного важнее, чем целые монографии, которые выпускает наш институт. И это честь для нашего института, что именно он работает в нашем институте. И я вот из его лаборатории, творческой, вынес для себя, как внимательно он относился к тому, что он хотел сказать и что он хотел написать. Вот здесь упоминали о голоде 32-33 году. Вы знаете, сколько раз он меня расспрашивал? Так получилось, что я волею судьбы, не потому, что это мой период был, а как администратор должен был заниматься проблемой голода, готовить известное постановление о голоде 32-33 годов, одобренное Политбюро ЦК Компартии Украины в свое время, с чего, в общем-то, все началось раскручиваться, вот эта проблема истории голода. Он десятки раз меня допрашивал, иногда мне казалось, я уже говорил ему один раз, второй, пятый раз я ему рассказывал, какие документы я смотрел, а я первым смотрел секретные папки, которые до этого никому не давали, я ему пересказывал, Борис Ильич, что-то. 2-3 дня проходит, он, давай еще раз, расскажи мне, какие там акценты и что там. И когда он написал предисловие книжки о голоде, которая вышла совсем недавно, это было настолько глубоко, настолько все было взвешено, настолько все продумано, что, в общем-то, это классическое просто предисловие, по которому можно, ориентироваться, канва к тому, что делают многие-многие историки. Проблема национальная его всегда волновала. Вот у нас был один из создателей
первой партии в Украине, революционная украинская партия, называлась она Николай Михновский, Микола Михновский. Но это очень сложная личность, первый самостийник за самостийную Украину, ну и шовинист по большому счету, значит, и против русских, и против евреев, такие вещи, которые он говорил, просто неудобно иногда повторять. И вот тот же Борис Ильич, вот ты знаешь, значит, добре Миколу Михновского, а ну расскажи мне. Я ему рассказываю, один раз рассказываю, второй раз рассказываю. Вот, потом уже думаю, ну он опять будет меня пытать. Я беру томик Михновского, значит, приношу то, что, как я понимал, подчеркнутые там на полях замечания там какие-то даю. Хорошо, я думал, он успокоится на этом, ничего подобного. Он потом уже берет этот томик, он лежал у него на столе, я прихожу на работу, а так получилось, что мы работали, его кабинет на первом этаже, мой кабинет над ним на втором этаже, и встречались практически каждый день. Я захожу, а ну, це ты позначив тут это и это, поясни. Значит, як до цього треба ставитися. Там, и, то есть... То, что он говорил, конечно, у него было много экспромта, конечно, много шуток всего, но то, что касалось вот науки, он не зря был академиком, не зря он золотую медаль Вернадского получил первым из гуманитариев в нашей Академии наук. Но все это было настолько отработано, настолько серьезно продумано, что мне с ним было очень приятно, очень легко работать. И я, ну, чего греха таить, иногда даже злоупотреблял его добрым отношением ко мне. Когда я был директором Института национальной памяти, я его быстренько включил к себе в ученый совет и в сборник, в редакционную коллегию сборника, которую выпускал. Ну, и время от времени мы проводили конференции. И я отлично понимал, что если я включаю в программу Бориса Ильича Олейника, то народу будет, извините, валом. Все придут послушать, пусть 5, пусть 10 минут, он всегда вроде бы говорил, да что там я, что мне там, что я партизан там, про что я буду. Я, Борис Ильич, ну придите, пожалуйста, ну приветствие скажите, ничего не рассказывайте про науку, скажите приветствие. Ну ладно, хиба два слова скажу. Значит, приходит продуманно, немного, минут на 10, но говорит то, что доходит действительно до каждого, и каждый слышит в этом действительно глубину, содержание. Вот поэтому Борис Ильич действительно был человеком очень масштабным. Вчера называли его даже в известном смысле пророком, имея в виду его, значит, книгу «Князь тьмы», которая неровно принималась, скажем, в свое время в Украине, но многое из того, что он предрекал, к сожалению, сбывалось. Ну и я вчера говорил, в частности, о том, что к моей радости так получилось. Мы однажды из Москвы с ним ехали вместе, и всю ночь он мне читал те стихи, которые не решался еще публиковать. Вот кое-что сегодня вот уже прозвучало. Это гражданская, это политическая поэзия. И вот украинцы, с моей точки зрения, поступили очень мудро. Может быть, не при жизни, а после жизни, издав замечательный сборник «Крик», где Борис Ильич пытается докричаться до нашего поколения, что с нами происходит, что же мы делаем. Многое делаем не так, как он бы хотел. Вот. И это мы, наверное, должны понимать, из этого вводить уроки. А то, что есть в этой книге, ну, мне кажется, есть возможность многократно приумножить и продолжать начатую работу, в чем я всем желаю больших успехов. Спасибо. Благодарю, Валерий Федорович. И с огромным удовольствием приглашаю к микрофону автора книги, соавтора книги, скажем так, автора одной из научных статей, совершенно глубоких, о философии
баланс идеологическом потенциале поэзии Бориса Олейника Павла Николаевича Рудякова, главного научного сотрудника Института всемирной истории на Академии наук Украины, председателя правления общества Украина-Сербия, доктора филологических наук, профессора. Добрый вечер, спасибо. Да. Люда, у меня миссия объявить, что закончен вечер, да? Нет, это нет, это сделаю я. Ну, хорошая очень книга получилась. Я думаю, что Валерий Федорович, когда не только себя прочитает, а и всех остальных, подтвердит, когда будет больше времени. Хотел сказать, хорошая книга получилась, хоть и в Москве напечатана, но лучше не буду это говорить. А Борис Олейник, ну не знаю, настолько масштабная личность, и как поэт, как человек. И были формальные показатели при жизни Бориса Ильича, причем с раннего его там, даже вот то, что Владимир Ильич вспоминает еще со студенческих лет. Показатели, маркеры по-модному, которые позволяли даже вот после такого какого-то первого знакомства судить, что этот человек очень масштабный. И вот это то, что тоже Валерий Федорович говорит, что его слушали, всегда аудитория замирала. Ну, бывали разные случаи, но, как правило, так было. Это тоже вот такое интуитивное восприятие этого масштаба. А теперь, когда это, соответственно, тянет людей, которые его знали, там, то так, кто дольше, кто меньше, кто глубже, кто тянет сейчас писать о нем свои какие-то вещи, то, что вот запомнилось, то, что хочется сохранить. И вот эта книга уже вторая, в Киеве в прошлом году одна вышла, тоже воспоминания. Тут еще и разбавлено какими-то уже такими эссе, попыткой филологического анализа, но в основном это воспоминания. Здорово, что это все происходит. Я думаю, что еще когда такое вот большое, глыба такая, какой был Олейник, увидится еще с какого-то расстояния, еще какие-то будут слова сказаны тут же. Видите, вот присутствует, ну, пусть в виде интервью, спасибо Людмиле, с президентом Кучмой, с президентом Украины. В принципе, я не знаю, наверное, только Владимир Зеленский не знал Бориса Ильича лично. Все остальные могут Дмитрий Валентинович написать воспоминания, да, или интервью Люда у всех может взять президента Украины. А Владимир Александрович Зеленский, наверное, читал Бориса Ильича в детстве, значит, тоже может что-то, мог бы теоретически что-то сказать. А если брать даже председатели Верховной Рады и руководители комитетов за все время, которые знали, чего я, Николай Александрович, на вас вдруг смотрю, председатели комитета, наверное, не все пробьются, чтобы написать столько. Председателей комитетов сменилось на веку Бориса Ильича. И я думаю, что в конце концов, я надеюсь, что будет продолжаться это. Спасибо и Тамаре Владимировне, и фонду, и усилиям Дмитрия Валентиновича, я думаю, будет продолжаться эта работа. Я надеюсь, что будут печататься такого рода книги не только в Москве, но и в Минске, Светлана Петровна. Вот, не знаю, почему-то такая инициатива мирная. Может, и в Киеве, а там Полтава подключится, если Бог даст. Ну и потом на каком-то, я думаю, это много времени не займет, для того, чтобы кто-то все-таки такого уже уровня, соотносимого с Борисом Ильичем, сказал, что это, ну, пророк, да, поэт, да, мастер слова, да, национальный гений, который, собственно, формировал при жизни длительное время национальную повестку дня, но которая, эта повестка, к сожалению, вошла в клинч с альтернативными повестками, и пока что она проигрывает, но будем верить в хорошее. Спасибо. Спасибо большое, Павел Николаевич. И сейчас наступило время, наверное, подвести итоги. Я очень благодарю всех, что вы разделили с нами радость встречи.